Американский телеканал Showtime опубликовал новый отрывок фильма «Путин» Оливера Стоуна. За океаном премьера уже завтра. Знаменитый режиссер взял у российского лидера более 10 интервью. Последние уже после того, как в США прошли выборы нового главы государства. Всего работа над лентой продолжалась 2 года. В фильме речь идет о самых разных темах. Запретных, по словам Стоуна, не было. У вас вся полнота власти. Говорят, вы хотите быть царем. Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно. Американский телеканал Showtime будет показывать фильм «Путин» 4 вечера подряд. В России увидеть ленту совсем скоро смогут зрители нашего канала. Первую часть смотрите 19 июня.